Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сегодня 1 сентября, почти весь огород уже у меня убран. И я сейчас вот хочу показать вам один сорт, номер 235 у меня в каталоге, под названием «Лимончики». Чтобы люди, которые этот сорт, например, я не успела его показать в огороде, вы понимаете, что было очень-очень много сортов, просто не успевала, еще была жара, дополнительные поливы, все это... Нынче такая у нас была свистопляска все лето из-за жары. Очень много дополнительного входа. И вот смотрите, лимончики, очень много сортов ходит под названием лимончики у нас по стране. И все они разные. И люди думают, что если название лимончики, значит обязательно форма такая вытянутая, как лимоном. Но есть лимончики, которые не лимонной формы. Именно у меня вот такие, которые не лимонная форма. Я сейчас вам покажу, какой они формы. Семена у меня... взято у частного лица, и на форуме я смотрела, когда люди обсуждают томаты-лимончики, вот этот томат, он называют, что такой томат берут люди из коллекции Валентины Редько. Возможно, это он и есть, я не знаю точно, я просто сейчас опишу, какой у меня лимончик. Он действительно похож издалека, как будто висят лимоны, но форма не лимона, а вот такая, как бы круглая, округлая, немного как приплюснутая. Вес примерно 200 грамм, все они одинаковые, все они красивые, яркие-яркие. Вот сейчас солнце с другой стороны, и из-за этой вот томатной занавеси у меня здесь темно, но вот ради чего она и сделана. И я вам показываю этот лимончик. Там, где у меня выращивался не для получения урожая, а вот просто вот это вот у меня томатная занавесь, я вам говорила, в теплице делала. И так как это остались последние экземпляры, потому что на улице уже я все убрала. Ой, потеряла. Вот он. Вот такой лимончик. И это тоже лимончик. Есть всякие. Есть золотой лимон. Есть просто лимончики. Есть просто лимончик. Есть лимон лиана. Вот это... У меня под названием лимончики. Он очень высокий, индетерминантный. В теплице вырастает лиановидный. Из-за этого, вот из-за этих своих качеств, я его и посадила вместе с Казановым и с Вовой Путиным, чтобы сделать вот здесь вот такую завесу от жаркого солнца летом. Но плоды я тоже отсюда снимала. Конечно, этот сорт понравится всем любителям желтых томатов. Конечно, он сладкий, конечно, мякоть мясистая. Конечно, желтые томаты, они даже редко бывают кислые, а у нас вот в нынешнее жаркое лето они поражают своим вкусом, своей сладостью. Очень вкусный, очень сладкий, но не очень крупный, больше 200 грамм обычно не вырастает. И форма не лимонная. Сразу предупреждаю всех, кто, может быть, из-за названия лимончики подумает, что обязательно лимоновидный он должен быть. Нет, вот эти лимончики просто круглые, но издалека похожи на то, как будто... висят лимончики. Все, до свидания.